Всем привет! Сегодня у меня шикарный заказ для маленькой принцессы, и сделаем его вместе с вами. Для бантика нам понадобится два вида эко-кожи, крупный литр и лаковая эко-кожа. Также нам понадобится три вида шаблонов. Ссылочку, где я приобретала шаблоны, я оставлю в описании под этим видео. Размеры шаблончиков, которые нам понадобятся для работы, я оставлю немножечко позже. А сейчас я хочу немного отвлечься от мастер-класса и похвастаться своей небольшой посылкой из сайта Кобейтс. В этом магазине я делаю заказ уже второй раз и невероятно довольна качеством материалов. Для моих подписчиков магазин предоставляет скидку по промокоду, который вы видите сейчас на экране. Хочу сказать отдельное спасибо сайту за качественную упаковку, так как материал приходит весь в целости и сохранности. Ну а теперь рассмотрим отдельно каждый лот. Первый лот – это белая эко-кожа. Эко-кожа – крупный литр. В лоте 10 листов. Эко-кожа вся очень качественная. Размер листов – А4. Без неприятного искусственного запаха. И сегодня в мастер-классе мы как раз и будем применять эту эко-кожу. Ну и как же без бабочек? Заказала в синем цвете для школьных бантиков. Очень мне понравилась форма такой бабочки. Они отличного качества, четкий рисунок и без заломов. Стразовый декор. Об этом декоре можно говорить очень долго. Но как же преображаются бантики, когда мы декорируем их качественными кабошонами? Сейчас очень популярны кабошоны с подвесками. Они невероятно красивые, их блеск завораживает, а бантики превращаются в настоящее королевское украшение. Вот такие вот кабошоны в лоте 2 штучки. Это очень хорошо, так как при транспортировке они не повредятся. Есть отверстия, за которые можно пришить. Следующий лот – это подвески микс в упаковке 5 штучек. Я заказала 2 упаковки в надежде, что будет попарно, но получились почти все разные. Теперь нужно будет еще раз сделать заказ, чтобы получить пару, но они настолько шикарные, что я готова еще немного подождать, хотя руки так и чешутся поработать с ними. И вот такие кабошоны-снежинки, но мне кажется, можно их использовать не только в зимних украшениях, хотя они и небольшие по размерам, но тоже смотрятся очень и очень красиво. В лоте 30 штук. Все кабошоны отличного качества, нет ни одного брака. И сегодня буду использовать их в своих бантиках. Заказом я очень довольна, поэтому могу смело рекомендовать сайт Кобейтс, особенно для моих зрителей из зарубежных стран. Ссылочки на все материалы и на магазин я оставлю в описании под этим видео. Ну а сейчас продолжим наш мастер-класс. Приятного просмотра!